Шастры также говорят о том, как учиться у гуру, Тадвидхи. Постарайтесь учиться у него. Прежде всего, предайтесь. Вы не можете обратиться к какому-то человеку, чтобы научиться чему-то, и при этом не иметь чувства преданности к нему. Я принял гуру, но в уме своем я сохраняю независимость. А чего ради я должен исполнять его повеление? Это означает, что предания нет. Это не предание. Это притворство. Он делает так, чтобы просто удовлетворить свой какой-то мотив. Но это не поможет ему. Если вы двуличны, то вы никогда не обретете ни в какой сфере деятельности успеха. Итак, Тадвидхи Пранипатена. Мы должны быть преданными. Пранипат, значит, Пракришта Рупена Нипат. Но до тех пор, пока вы не найдете того, кому вы можете без остатка предаться, не принимайте гуру, это обман. Пока вы не обрели полной веры, что этот человек действительно старше меня, он может дать мне истинное знание, и поэтому я предаюсь ему. Поэтому, прежде чем принимать гуру, необходимо слушать его по крайней мере один год. И когда ученик убежден, что это настоящий гуру, который может учить меня, тогда вы принимаете его. Не нужно делать это по прихоти какой-то. Поэтому в Харибхакти Виласе Санатана Госвами говорит, что духовный учитель и ученик должны встречаться по крайней мере, в течение года, чтобы ученик также мог понять, что вот эта личность, которого я могу принять своим гуру, и чтобы гуру тоже убедился, что этот человек достоин стать моим учеником, тогда их отношения будут хорошими. Потому что отношения основаны на Тадвидхи Пранипатена, человек должен быть готов предаться. До тех пор, пока не будет этого качества предания, как он может стать учеником? Это невозможно. Все это достаточно сложные вопросы, но так как сейчас идет век Кали, как вчера мы изучали, сейчас очень трудное время. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал, сейчас очень трудное время. И так говорит не только Шри Чайтанья Махапрабху, так говорят веды. Поэтому просто повторяйте мантру Харе Кришна. Это очистит ваше сердце. И тогда вы сможете понять, кто гуру, кому предаваться, у кого учиться. Вот так следует поступать. Если же мы поступаем с бухты-барахты, принимаем кого-то, то такие отношения закончатся.